Всем привет! Кто нас сегодня смотрит этим чудесным вечером, этой чудесной ночью, этим чудесным днем, в зависимости от вашего часового пояса. С вами снова Ски, это я. Привет! И Алекс. Всем хай! Мы обе художницы, если что, вот, но наша отдушина — это смотреть разные артбуки, японские журналы, книжки и еще что-нибудь интересное. И вот сегодня я опять хочу поднять себе и другим настроение и распаковать вот такие карточки Наруто. Надеюсь, вы запаслись мандаринками, глинтвейном или чем-то интересным. Приятного просмотра вместе с нами. Гасики. Ну, пока мы подождем, пока еще люди подтянутся, я одену свои замечательные черные перчатки и приготовлю свои блестящие ножнички. Кстати, вытянуться бы до них. А я приготовлю себе мандаринку. У кого-то уже Новый год. Ну! Да,
Да, но чтобы ваш Новый год был еще лучше, я просто напомню, что у нас в группе моей розыгрыш вот на такую замечательную книгу. Это веб-манга «Перемирие». Если кто не знал, вот этот Чучугуй — это российский шедевр, без преувеличений. Замечательная художница и не менее замечательная работа. Спасибо, автор. Он почему-то не хочет реагировать на этот чат. Да. Ну, это мы сейчас исправим. Захочет, если прикажем. Ну, вот захотел, вроде бы. А я говорила. Все, очнулся. Угу. Уже, по-моему, свой Новый год. Вот, поэтому заходите ко мне в группу и, собственно, в закрепе висит запись. Через пару дней мы как раз огласим победителя. Ну, возможно, там, конечно, на день позже. Посмотрим, как у меня выйдет. Но вообще на 28-е я вот планировала. Так что уже совсем скоро. Да, и у вас еще есть возможность выиграть вот эту веб-комикс. Ну, только новенький. Это твой. Вам не да. Вот. Поэтому переходите ко мне в группу, и, возможно, это будет хороший подарок вам на Новый год. Если вам повезет, ладушки. Что значит? Можем обсудить, как наши дела? Как у нас дела в преддверии новогодних праздников? Суета-сует. Ну, да. Я вообще Санта-Клаус. Так, сейчас пытаюсь понять. Тут параллельно просто настраиваем, чтобы не приходили уведомления. Я пытаюсь понять на Твиче там вообще как обстоят у нас дела, потому что я скучаю. В общем, у кого-то веселые рабочие смены, а я за себя скажу так. Я еще не рисую пока, вот, но пока не могу себе позволить эту роскошь. Вот чем богаты, тем и рады. Будем баловаться картами пока что. Вот. А потом у нас еще, если вы помните, в начале января у нас хороший стрим будет еще с распаковкой. Плюс, я думаю, мы посмотрим какую интересную книжку. А, ну это уже в январе. Приходите обязательно, я скажу заранее, потому что я планирую этот стрим как-то более масштабно и заранее продумать, а то все спонтанно, да спонтанно. Вот. Ну и еще напомню, что у нас журналы лежат неоприходованные, которые мы до конца не досмотрели, плюс еще там новые есть. Опа-по! Развлечений у нас полно. Да, но на самом деле я себя побаловать и вот крючкоробочку. И хочу еще сказать спасибо всем, кто остается со мной, потому что некоторые молодцы думают, что я перестала рисовать и подписываться. Вот. Ну, зря пропустите мангу. Так что всем спасибо, кто меня поддержит, и отдельное спасибо огромное донатерам, которые позволяют мне покупать вот такие великолепные вещи на распаковку. Радовать себя и вас. Я надеюсь, что попадется что-нибудь интересное в этой коробке, и оно будет отличаться от того, что падало до этого. Знаете, что еще? Еще раз. А то я смотрю, у нас все больше людей. Еще раз напомню. Вот, в закрепе лотерея на эту книжку. У меня в группе ВКонтакте. Поэтому заходите, там пару дней еще осталось. До конца лотерейки. Вы все сможете. Да, что ж, я думаю, постепенно начнем. Что-то я еще, по-моему, важно хотела сказать. Ну да ладно, я думаю, попозже скажу. Сегодня я просто пришла получить удовольствие вместе с вами. Вот новая, значит, коробка. Пломбочки стоят даже. Кстати, это, по-моему... А, нет, все равно подбитая. Китайская пластина посидела.
Ну, бывало и хуже. Не рай перфекциониста, но... Мы же знаем, что все самое ценное внутри, правда? Да. Я думаю, мы распакуем часть, а часть оставим. Но это в зависимости от того, как пойдет. Но опять же, думаю, что... Зависит от дропа. А есть еще у нас предыдущие стримы, поэтому, если кому интересно, заходите, смотрите. Вообще очень много интересного. А что я хотела сказать? Как нас слышно? Самое главное, потому что были траблы как-то с микрофоном. Я надеюсь, что в этот раз всё лучше. Как обычно, они немного рассыпаны, но это не критично. Где еще нас? То ли 18, то ли 18 не бустило. Ого. Да, я не буду сейчас вот все вот это буду вынимать полтинка. Вот я. Давай по порядку. М? По порядку. С первого. Ну, сверху вниз. Хотя. А вот может перемешать, я думаю. Я прошлое не мешала. Нам еще бы понять, какую из пачек лучше открывать сначала. Ладно, я уже схватила за... А, я вот так перевожу. А мы же посчитаем, сколько количества вышло. Я напомню, если кто хочет поддержать мой проект в виде распаковок всяких интересных вещей, да и просто поблагодарить меня за творчество или поддержать там морально или еще как, то поддержите донатом. Я буду очень сильно рад. Сколько у нас тут? 8. Ой, 8. Что-нибудь. Да. А, кстати, по ощущению, да, что их больше. Такие толстики. Может, там карточки объемные? Мне, конечно, хочется думать. У меня там батя в соседней комнате чихает. Наверное, там толстики. Ну, вообще, да, они разные. Ну, давайте посмотрим, ладно, что мы сделаем. Все готовы? Погнали. Так, ну я резать буду снова. А показывать, потом нужно их вытаскивать. В прошлый раз, конечно, веселый дроп был. Ладно, что в другой коробке. Неожиданно. А. Пусть, пожалуйста. Хочу покрасивее сделать. В прошлый раз. Значит, здесь у нас. Внимание. Рок Ли. Встречает нас. Такого, по-моему, не было. Это на экзамене, судя по всему. Дальше. Гамма-бум. Сколько у меня уже жаб? Просто карточки Наруто била, держи жабу. А? Сенсей, да. А вот это вот... вот ну это фурми. Это круто. Да. Мне кажется, сенсей здесь просто прекрасен. Ну ладно, мы вернемся к нему еще. Здесь у нас... снова Киллер Би. Это уже третий Киллер Би. Тем временем я просто спойлеры сейчас кидаю, для тех, кто не видел прошлую трансляцию. Ну, тех, кто не были, те не были. Это очень красивая карта, хотя она, конечно, не супер редкая, но... Как видите, все она красивая. Надо, знаешь, макрообъектив купить потом. Вот, вы знаете, на что мне донатить, да? Не, они довольно плотные, я смотрю. Ну вот эти не особо. А, кстати, видно, что у него повязка сверкает. Мне что нравится, они голографические повязки делают. Значит, так у нас обстоят пока дела. Как дела? Это третий Киллер Би. Ну, с эрочки. Это была первая пачка. Поехали дальше, мне страшно.
Оку бы идти. Ладно. Буду все время фокусировать. Я обожаю открывать карты. Лучший подарок стоит. Да, мне кажется, вот в этом и есть прелесть. Вот мы, кстати, да, One Piece, как однажды тоже есть такая. Знаю мою удачу. Давай не будем One Piece. А, моя девочка. Не будем это... Это будет Oh My Boy. Здесь у нас встречается Сакура и Пакун. Это была моя реакция, собственно говоря, на Сакуру. А в One Piece я знаю... Так это что такое? Значит... Я ничего пока не хочу думать, но как будто этот пак посвящен Сакуре. Здесь у нас Рок Ли. Повтор, конечно. Не, он точно посвящен Сакуре. Тут надо сам. Опять. Точно. Чувствуешь? Ну вот это как-то ну... красивая. Красивая, красивая, конечно. Тут прекрасно все. Как сама тут собственно. Чувствую, на лотерею пойдут. Когда я не создаю, конечно. Сейчас всю коробку распакую, психан. А что тебе мешает? Мне? Угу. Нужен больше донатов. Коробка-то нет. Конечно. Сложновато достается. Я вам скажу. А, так. Здесь у нас. Это третий. Уже позже третий. Это быстровато, нет? Саски-кун. Маленькая вредина. Дженерали Саски-кун. Сакура. Вот сейчас будем думать, да? Сакура или Саски начнет падать. Что-то не так контрастно было. А, снова чувак. Чувак, как тебе? Челикс. Ну вот серьезно? Это дупо. Нет! Но он красивый, это факт. Дальше у нас идет. Тинг-тинг-тинг-тинг. И дальше. Что-то все сложное с этой серии пока. Хотя вот в прошлом мне имена-то обрадовали. Ну это факт. Так, я положу, наверное, сюда. Какой-то вообще реально китайский рандом, вот сколько я смотрю. Ну, очень по-китайски. Это не так, а в карточках того же Геншина. Там вообще все жестко. Там очень. Ирук Сенсей. Лучший. Лучший. Один из лучших. Майта Гай. И Рок Ли. Вот как вы думаете, между делом другие стримеры, которым падают супер редкие карточки, они как-то в сговоре с китайцами, интересно? Или они покупают миллиард коробок? Ну все, поздравляю. Отвечаю, они не в сговоре. Спасибо. Не, ну это, конечно, не Тамари, но это One Love. Это то, что мы хотели. Если бы тебе выпал Шакамару, было бы еще интереснее. Да не, меня теперь другой мужчина интересует. О-а-о-а-о-а-о-а-о. Да, ну это прекрасно, мы рассмотрим еще. Здесь у нас... Да ладно, ну... Finally. Кому Итачи, ребят?
Напишите мне. Кому Итачи? У меня столько Итачи, что мне надо уже реально лотерею проводить на него. Тебе надо из них отдельный клан составлять. Это все знаешь, теневые кланы просто. А потом они друг друга вырежут. Упс. Осуждаю. Потрясающе красивая карта. Посмотри, у нее даже волосы отливают. Но вообще, она не такая редкая. Ну, как? Умеренно редкая. Не знаю, как называется. Мне нравится. Боже мой, боже мой. Так, дальше едем. Что-то он вообще мягкий, пакетик. Пакетик. Да кому нужна ваш тачи, пишет Джо Сплит. А чё ты не поздоровался? Привет. Я уж соскучилась по тебе. Кстати, еще я вижу, нас много людей смотрят, поэтому всем привет. Большой привет. Зовите друзей. Сейчас у нас горячо, вон смотрите, кто выпал. Уф, аф. Да. Вот, смотрите, кто выпал. Да, я сама. И два Итачи такие-то. Привет. Едем дальше. Кстати, немного инфы. А от этих пакетиков затопляется ножницы. Так что, если вдруг будете резать пакетики, имейте в виду. Резать пакетики, разрезать. Добрый вечер, да вот с ноги свое тело поздороваться не успел. Просто, блин, огромный тебе привет. Просто огромный. Кстати, приходите на мои стримы, я буду знать вас в лицо. Не-не-не-не-не, я сейчас сижу. Чуть-чуть. Так. Иногда пайка очень-очень мощная. И вылезает. Да не надо. Готовы, да? Здесь у нас затворник. Здесь у нас, кстати, здесь у нас Боруто есть. Здесь у нас, я сказал, здесь у нас Сакура. Где Сакура, там и мы, да? Здесь у нас еще Сакура. Наруто первый. Раз, да. Я не знаю, кто это. Мегити. Но она симпатичная. Деревня дождя. Какая? Так, сейчас. Ладно. Что у нас? Здесь у нас Хидана. Сейчас я проверю, не отвалилась ли у нас связь вместе с Алекс. Алекс, ты здесь? Я вот боюсь, что нет. Я надеюсь, что с моим интернетом все в порядке. Вот, в любом случае... Сейчас напишем. Пока что карты разложу. Ну вот, с Ина это однозначно хорошо. Эта коробка, конечно, пощедрее, по-моему, чем первая. Хотя, наверное, я сейчас возьму свои слова обратно. Все окей? Все, все, все готовы. Дальше ехать. Извинения, отвалился микрофон. Бывает, бывает. А то я смотрю, ты на Сакуру не реагируешь, я уже поняла, что что-то пошло не по плану. Да. Главная говорилка. Буду Сакуру замолчала, неожиданно. Да-да-да, я смотрю, неужели тебя не удивить уже ничем? И знаешь, если бы оттуда внезапно вывалился Луфи, вот этому я бы, конечно, очень сильно удивилась. А представляешь такое, если бывает чисто как производственный брак?
Они что-то как-то убирают. Потерялся. Бывают карты с дефектами. Я видела, что они продаются так же, как, не знаю, куриные крылья из KFC в форме... в форме кого-нибудь. Mm-hmm. Ну, продолжаем. Давай. Интрига. Интрига, огромная интрига. Вы, кстати, пишите комментарии. Стримеры любят поболтать. Мы очень любим поболтать. Такс. Господи, что за спайка? Как будто они там, не знаю, золото хранят. А прикинь, там леди. Или как там они называются? Золотая монета? Золотая монета. Не, типа SSR, вот эти вот карты. Кстати, внимание, если меня смотрят мои друзья, вы знаете, что мне дарить. Я тебя поняла. Да. Причем, кстати, вот эта серия, она реально классная. Ну, да, я просто еще начинаю говорить, прошлая коробка нас удивила. Нет, серьезно. Мне понравилось, что меня смотрят мои друзья, и твой один из друзей такой, привет. Да, друг. Да не, меня больше смотрят, я же знаю. А, так, здесь конечно. У нас Наруто. Да. Кстати, он какой-то хитрый тут. Такой хитрый. Господи, я хотела сказать Казахстан, помогите мне. Конкур. Это Казахстан. Ну, в принципе, пейзаж, да. Это Казахстан. Это крахмал. Да, извините, у меня часы там орут немножко. Я их, правда, спрятала под плед. Но они все равно просачиваются. Ну и что? Наруто. Ух ты! Я ну это вин. Это очень, ну как сказать, это довольно редкая карта, она более редкая, чем вот это чудо. И черный, например, чаще коллекционер собирает, и она очень красивая. Сакура невероятно милая здесь. Я же говорю, эта коробка посвящена Сакуре, вот. Это потому что я на стриме сегодня, интересно. Ты приносишь мне удачу. Да. Очень красиво. У меня вот такая хаку есть. Который мне первый раз выпал в первом бустере. А, так. Слэр. Кашинсей. Такой у меня уже был, но карточка очень классная. Вы можете сами увидеть. Она объемная. Очень-очень грамотно объемная. Ну, там есть карточки, которые не очень такие прикольные, но есть вот-вот. Он такой повернулся резко. Ха. Видно, что у него плановость. Мне нравится, такая же карта была с Асуной. Классно. Ну, это... Асуна Сау, которая, что ли? Асума. А, Асума, мне кажется, ты Асума. Я говорю, ну, нет, это я глупая. Извините, стример зажевывает свои щеки. Можете пожалеть стримера, на меня кресло упало. Парни, ну... Так, ладно. Сплакнули дальше. А, знать бы, что там спрашивать. Как погода? 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 Ну, вообще... Польская. Мокро. Влажно. И не холодно. Ну, Сакуре тут не хватает чего-то. Не хватает плака. Там Сакура должна быть. Раз чёрный флаг. Ой. Вообще, кстати говоря, офф-топом, сейчас что-то дико травмоопасно, не только на улице, поэтому, пожалуйста, берегите себя. Ну, по крайней мере, в городе под названием Санкт-Петербург люди недовольны уборкой снега. Я бы честно. Так, а здесь у нас опять запаяно. Ну, я же говорю, они золото хранят. Смотрите, мне дважды придется срезать. Первый раз такой. Давай, красивый. Пак, подари мне Минато, пожалуйста. Я очень хочу Минато в кимоно. Я надеюсь, он мне когда-нибудь выпадет.
Серебристый. Ну вот, у меня теперь это все мои биши, знаете. А уже был у нас чел нехороший музыкальный. Ей рок. Хината. Неджи. Да ладно. Ну вот я же говорю, китайский рандом. Кому рокли, ребят? Третий рокли. Знаю я человека, который безумно обожает Рок Ли. Рок Ли. Я тоже знаю, кому подарить. Помимо. Ну, можно сказать, Вин. Ну, я не фанат Гары, но... Кому-то будет Вин. Явно. Он, кстати, рукой делал. Ха. Немножко. Так, дальше. Уже, кстати, так красиво выглядит. Я Ину перевернула. И... Вот у меня также, когда я карточки с ней складывала. А, да, вот. Неинтересный в сторону, а интересный ничего. Вот, теперь все правильно. Теперь все по красоте. И тут, как кажется, сэпит будет. Ну, про опасность дома это ты сильно. Ну, если даже креслом можно ушататься, фонарем под глазом потом сидеть, а ты говоришь. Ваш покорный художник, канадский хоккеист, профессионал. Извините. Меня просто это... Потому что я тоже падаю дома. Так я же говорю, сейчас время какое-то травмоопасное. Знаешь, как это период такой? Это просто период. Мам, это не период. Период уходи. О, сосуки. Период Сакура. Саски такой, привет. Я период. Мицуки. Здравствуйте. Неожиданно. Гарч. Казахстан. Наруто уже был такой. Много сесарок. Есть у нас. Да ладно, китайский рандом, шоп тебе. Не, я сегодня психанула, ну все. Так уж и быть, подарю себе эту коробку и буду ждать Дунутов. Дарите мне коробку, пацаны. Хорошо, я тебя услышала. Знаешь, зачем меня радует. Алекс такой, да, да? Можете еще, в принципе, покормить стримера. Книжками. Ну, это что-то персональное, чуть-чуть жестко. Ну, не знаю, не знаю. Бытовые травмы — это такое дело, что ты берешь, допустим, кусаешь вилку и саски. Вот с таким лицом ты сидишь, когда ты укусила. Да-да-да. Я укусила ее. Зачем? Мои зубки, да. Мои зубки. Знали, согласны. Нарутыч. Еще Нарутыч. Нет, я не хочу коробку, чтобы она была посвящена Наруто. Да ладно, Дайдара. Красивый. Я не фанат, но красивый. Так, you are. Блин, Ина и Дайдара, вот серьезно? Никаких совпадений. Наруто объемненький. В жизни красивый. Эта карта выглядит странно, потому что она как будто в диджи нарисована. Ну, диджи нарисована. Ну да, диджи нарисована распечаткой. Она выглядит очень цветастая, ярко. Камера... А, вот, передает. Смотри. Кислотненько немножко. Так, здесь у нас... Сейчас скажу, сколько пачек.
9 пачек, однако. Ну что, оставляем часть на следующий стрим или сейчас успокоим? Сейчас, конечно. Давай сейчас. Я не против. Ну, главное, несите мне коробочку, потому что от третьей у меня сейчас в запасе лежит только одна, которую мне подарили на Новый год. И я открою на Новый год вместе с вами. Вот, и это будет в начале января. Ну, мы там поговорим, когда. Я напомню. В группе лотерей. Ладушки. Это была минутка, не реклама. Так, здесь у нас что? Я возьму сейчас из второй бумаги, чтобы настолько рандомный. А, кстати, помнишь, их это мешало, может, поэтому? Ну, возможно. Как получилось. Едем. Дальше. Чпоп. Вангуй, там Минато. Ты знаешь, какой шанс его достать? Его проще купить за 30 тысяч рублей на... Мне кажется. И сейчас такой Минато, здорово. Или еще хуже, там Хинато. Я же почти Минато. Все, короче, Stonks проект, ребят. Покупаем коробки и продаем Хинато, чтобы купить Минато. Здесь у нас. Карин, давно я не видела, еще с первой коробки, наверное. Шикадай. А, я, кстати, вам скажу, что эрки сложновато все-таки собирать. Потому что... Ну, чем дальше, тем сложнее, как с наклейками One Piece. Не напоминайте об этом, пожалуйста. Психотравма начинает. И рука. Ну, то есть какие-то персонажи, которые... Опять там мальчик. Я не помню, у меня была объёмная или нет. Я рада. Хотя я, правда, хочу ту, которая это... Господи. Серебристая. Есть такой карт, который мне ещё не выпадал, а? Я поняла, о которой ты говоришь. Да ладно, как? Ты же... Я же ещё не показывала такие. Они я где-то видела. А, ну может я показываю. Здесь у нас опять Киллерби, потому что это великий китайский рандом. Едем дальше. Ну карты реально красивые. Очень. Ну в жизни они гораздо лучше. Камера вообще не передает все вот эти переливы. Тут даже эти пачки переливают. Вот, кстати, чуть-чуть видно. А в жизни все это сверкает. Ну, потому что все-таки. А, имба, что? Да. Да. Это имба. Я тебе отдельно покажу карточки, которые я вытянула недавно в ВП. Да, мы, кстати, хотели тут кое-что попробовать, так сказать. Сейчас. Но это пока вопросик. Да. Но мы придумаем, как это делать. Угу. Что у нас... Что мы имеем? Давай, ну-ка. Есть предположение, что тут... Я, кажется, там Саку. Где-нибудь. Я ничего говорить не буду. Ладушки. Не погнали. Не надо, приди, порядок наведи. Смотри, я угадала. А можно мне это, пожалуйста? На следующий стрим ты меня не зовешь, я поняла. Саски. И, кстати, СР... Шутяник. Сейчас. А, так. Еще Саски. Кто любит Саски, мне кажется, вообще... Она была, но она классная. У меня Саски упал, извините. Сейчас пойдем. Подожди, а может ты... Нет, она была мелкая. Вот это как-то помело у меня еще. С нами. Ну, в любом случае, Вин. Мне кажется. Уар. Второй уар у нас. Здесь у нас опять перекрестный рандом. А, сейчас я подниму Саски несчастную. Пожалуйста, ночь. Класс. Все. На месте. Малыш. Так. Мы просто сногсшибательны, поэтому он упал.
Да вот мне не надо сейчас ног шибать, не понимаешь? У меня сейчас ковер загнулся под кресло. Потом мне сейчас Саски устроит второе падение с трона. Так, дальше, значит. Господи, ковер, успокойся, пожалуйста. Я не сделаю тебе больно. Уф. Ну что-то мало пачек осталось. Ну, конечно. Фу. А, 200 пачек такого набора, пожалуйста. Ого. Ого. Ок. Вы бы видели, как они смешно отлетают? Так, что-то легенькая пачка. Меня смущает. Там действительно какие-то более плотненькие. Больше ничего нет. Но мы не узнаем, там... пока не откроем фрейм. Но... Там китайский воздух. Почему-то тот, который был в... Ой, не Fast Anime. Как он? XL Media? Да, там вонючие картины. Здесь вкусно пахнет. Я, которая потеряла карточку из XL Media. Коричан. Вот я смотрю, они как-то по персонажам все равно вот похожи идут. Так, Саски не в той колой. Извините. Опять. Все, Наруто. Сакура. Ух ты, вот она! Ну блин, ну почти! Можно ты мой Сакура? Ну, прикольно, все же. Это что, мелкий... Мелкий кто это? Скажите, пожалуйста. Я не разбираюсь. Вот, в общем, это тип серебристых карт. Я хочу себе такую тварь. Потому что он очень симпатичен. Первый раз мне выпадает такой тип карт. Но это лаки-коробка получается. Вот она, красота-то какая. Ляпота. Ой, тепленькая пошла. Да. Я сейчас чуть не подавилась водой. Не, мне сейчас неудачно. Надо, знаешь, что как было так? Буду открывать карты теперь. Так, я сейчас. Вот. Вы видите, сколько там слоев? Кстати, она голдовая, а не серебристая. Короче, это какой-то учиха. А, по-моему, это Итачи, судя по морщине. О, судя по морщине. Не, на самом деле, не знаю, просто... Там, может, какие-то другие персонажи были. Меняю номинатов в халате, хотел сказать, Чикимана. В общем, не карту сюда, вот на пьедесталь. Есть еще, кстати, одна коробка, которую я вообще не мечтаю. Я так, да, к нам присоединился. Иди, смотри, что нам выпало. Я офигела. Так. Опять. Ну, это, видимо, компенсация за то, что... А вопрос, насколько сильно мне везет. Потому что тут нету пока того, что я прям супер сильно хотела. То есть есть то, что, ну, симпатично, вот, но прям вот супер мишей не было. Гача. Гача. Гача — это круто. Патетиков становится все меньше. Господи, пожалуйста. Так. А, Шисуи вроде... могу путать Шисуи. Я не помню, кто. А, друг Итачи? Может быть. Ну, кстати, если бы там был Итачи, мне кажется, это было бы мало. Так. Нет, так, не слушайте меня там, слушай. Я хочу... Аминат. Так, здесь у нас Саски в Пскове опять. Одинокий угол.
Кастует магию? Нет, он не кастует магию. У него вот там облака сливочные какие-то. Немного другая Сарада. Вы поймете потом, о чем я. Ну, потом, в смысле, если вы будете смотреть другие стримы. Кто понял, тот поймет. Кто не понял, тот. Понял. Опять Итачи. Да. Кому Итачи? У меня уже столько их. Дальше едем. Ну, мы же сегодня решили погулять и открыть всю пачку. Я боюсь ее резать. Я реально боюсь ее резать. Там что-то. Она как-то загибается. Честно, такая объемная карточка у меня была, которую я потеряла. Ага. Та самая такая. Привет. Я нашелся. Не, ну, в плане. Выглядит так же. Ладно. Ну, тебе ж, наверное, открывать. Это уже неплохо. QR-код, кто захочет. Так. Господи. Извините, вырвалась. А здесь у нас... Я все время говорю. Ну, не только его. Ладно. О! Здесь у нас курорт Краснодарского края. Видимо, Сибирь. Мужик, который у нас уже был. Лахта-центр, мне так хочется. Потому что у него молнии попадали. Извините. Так, здесь у нас... Ну, серьезно? Ты понимаешь, насколько они рандомные? У нас осталось три панечки. Это рандомный рандом. Вот казалось бы, что я ворчу? Ну, выпади мне. Вы мне каких-то учих даете. Сейчас хочу сделать так, чтобы она красиво отлетела в сторону. I believe I can fly. Ладно, здесь нас встречает Узбекистан. Казахстан, интересно. Ну реально Казахстан какой-то. Там горы. Дальше у нас... Парк Горького. Парк Горького. У меня аж камера отрубилась от наших шуток. Сейчас я принесу эту зарядку. Встретимся в парке Горького, пацаны, сейчас я приду. Алекс утонул. Но шутка была годной. Ну просто бум. Мне надо настроиться. Сейчас, извините за технические чукулятки. Мы вернемся к вам через маленькое мгновение. Мне надо открыть удаленную съемку. Суровые виды искателя. Так. Кто это тут у нас? Ты знаешь, что ты со мной сейчас разговариваешь, если ты в глухую? Знаю, я просто поперхнулась. Привет, я очень рада тебя видеть. А мы тут, смотри, плюшками балуемся. Вот, вот что у нас аж есть. Зои-то. Много Зои-то. Блин, да.
Ох. Так, мы возвращаемся в парк Горького. И я уже словила там флешбэк. Ого. Парк Горького. Помните, помните? Эй-йо, I say hey-йо. Привет-привет. Чупа-чупа, чипа-чупа. Или как там в этой песне? Чупа-чупа, чопа-чопа. Чупа-чопа. Так. Сенсей. Еще один. Не, ну это хорошо. Я аж дыхание сперла. Вот это я хотел. Я очень рад. Смотрите, она блестит. Как было блестяшки. Это же ты, Мари. И очень-очень красиво. Со 100-500 видов блестяшки. И сзади хорь, соболь, кто он там, я не помню. Хорь, соболь. Все на месте. Вы понимаете, что у меня есть Минато и Тамари? Это два персонажа, которых я обожаю. Вот анимация и радость. Ты представляешь, ты пришел и вот-вот сразу. Я хочу Минато в кимоно и Тамари серебристо. Ну, когда я получу большой вопрос? Подожди, сейчас я свои магические фибры подключу. Да, ты фибры подключать, когда коробку покупаешь. Ладно, хорошо, я тебя понял. Шикарная. Не, ну Тамари всегда имба, но вот тут композиция обалденная. Все, я буду украшать ими стол, а? Можно я пошучу? Пошути. Блондины ко мне притягиваются. Да. Притяни мне, пожалуйста, в кимоно очаровательного мужчину. Назови его имя, а то слишком много блондинов в кимоно. Я сейчас просто посмотрела на свой стол рабочий. Да, и там будет Наруто в кимоно, я такая... В общем, это имба. Имбу мы кладем рядом. С какой-то картой. Так, здесь у нас дубли. Я не знаю, как китайцы фасуют, но как-то они фасуют. Так, я думаю, я положу сюда, вот, чтобы поинтереснее было. Это я чуть в сторону отвела. Вот. Уже красиво. Вот. Осталось у нас, упаси господи, а нет, три пака. Все-таки. Я ошибся немного. Бадумц. Ну, наверное, я не зря лицом падала, раз мне эту Марию купила. Привет, пишет Ноктор, привет. Ты представляешь, ты представляешь? У меня руки аж трясутся. Ты посмотри. Я это не хотела, но оно выпало. Я хотела немножко другое. Вот, ты посмотри, у нас тут есть черная сакура, есть вот такие, конечно, карты. И самое главное, у нас Тамари выпало, тут вообще там, конечно, сенсей где-то, ну, вот он. Топит. Довольный. И причем Ино и Дейдара. Эта коробка называется «Совпадение». Да, «Совпадение». Поехали. Чпок. Вы знаете, что мне надо. Счастье. Задонайте мне на новой коробке, пожалуйста. К примеру, грустно. Так. Дальше. У нас. Кто там? Он не выходит. А, вот. Неджи-сан. А, черная сакура прозвучала как шутка. Шутка, с ним вообще не понимаю. Ай, боже. Наруто, который был. Нет, который был. Очень много повторок с вот такими картами. И вот такими картами. Господи, сколько у меня уже этого громового мужика. Это потому что я в Питере живу, я не понимаю. У меня ощущение, что там была карта меньше, ладно. Ну, выпьем. Блин.
Все, я жду донаты. Так, здесь у нас две пачки осталось. Две пачки осталось, а сколько эмоций сейчас? Интрига продолжает. Ага. Да. Ебись, всё. Спасибо, какие. Здесь у нас... Чтоб я знала, кто это. Новый жаба. Какой жаба? Собирай. Сосука. Да ладно. Ну, в принципе, зимбодично. Зимбодично. И опять народ такой. Ты хотела себе блондина в халате? Вот это блондин в халате? Да. Нет, я не про него. Про кого? Я про Наруто. Вот это блондин. Вообще, да это не тот халат, я про рарную касту. Я поняла, я просто пошутила. Кимоно. Надо правильно формулировать желание. Мобой, Наруто бежит к победе, да. Сейчас мне главное шутки придумать правильно, потому что последняя пачка осталась. Я еще раз напомню. Лотерея в группе 28 числа победителя. Оглашу. Поэтому у вас еще есть время поучаствовать и выиграть. Комикс. Красивый комикс. Мне кажется, самый сочный кадр показался случайно. Значит, дальше. Кстати, Чу, если ты меня смотришь, привет! Уф, ну что, вскрываю. Ну, вообще, я знаю статистику. Обычно вот одна такая карта. Мы все, теперь все теперь блондины халатят. Я хочу мину. Дайте мину. Не надо халат. Это последнее. Повторяю, там ничего нет больше. Ого! Всё, что ли? Всё. Быстро. Здесь у нас Саске. Нет, здесь у нас Байкал. Да, реально Байкал. А, здесь у нас Московская... Парень Горького. Вингой. Здесь у нас красавица Инна. Ну, в принципе, симпатично. Тентен. Ну, тоже хорошо. А, такой не было еще. Вроде. Её же не было? Ну, я не помню такой. Ну, ещё пошла. Да ладно, ну сколько можно? Ну, это... Я не того блондиню просил. Я не того блондиню просил. Значит, что я могу сказать? Мне понравилось... Потому что мне выпала Тамария, мне понравилось, потому что здесь появился новый тип карт, который нам до этого не падал. Он безумно светящийся, сверкающий. Это не тот персонаж, который мне нравится, но тоже прикольно. Вот, здесь попалась черная сакура. Будешь счастливой. Такая вот очень красивая карта. У меня еще белый Джирай. Вот, из сапожки. Прошлых бустеров. Вообще, я советую посмотреть предыдущие стримы, там было не менее весело. Вот, ну и самое главное, конечно, да. Это для меня самое главное, потому что я ее хотела, мне очень понравилась эта карта. Вот, и в принципе, вот. Вот. Такие дела. Юарок здесь меньше выпало, и юарок здесь меньше выпало. Зато... Ну, я сейчас, наверное, все карты покажу все-таки. Еще раз. Здесь прикольно. И... Дубли.
Мне нравится, как у меня сейчас трек какой-то играет. Бип-бип-бип-бип-бип-бип. Сейчас покажу прекрасную Тамаре. Рин. Красоточка, красоточка. Так вот. О? Хоб, я знала, как тебя зовут. Но карта очень красивая. Она будет потом смотреть, как это. И, кстати, про толщину вот эти карты более тонкие. Угу. Такая красота. Здесь у нас цунада. И какой-то дождевой чекс. Почему-то с розовыми, наверное, ядовитыми облаками. Здесь у нас Саски, Дейдара и Ина. В общем, вот такой вот дроп. Всё, всякое. Как будто, знаешь же, вот был день рождения, и день рождения закончился. Пишут, звучит как музыка про полицейский сериал. Ну да. Бип-бип-бип-бип-бип. Зато сколько у нас появилось. Сколько дублей-то? Сколько дублей? Что-то Наруто много. Вообще там, тут почти все, вот я смотрю, дубликаты. Ну вот тут Гаара один, да. И все. И все. Все остальные дубликаты. Дикий китайский рандом. Факт. Здесь по разнообразию. Есть то, что у меня вообще не падало до этого. Вот аэрки тоже новенькие вот появились. Так что, может быть, я даже колоду это доберу. Казахстан. Теперь у нас это мем. Какая жуткая про парк Горького. Да, парк Горького. Когда у нас уже это, камера слетела. Надо, знаешь, эти шорты сделать. Ну все, делаю мемы. Так, значит... Сейчас я хочу анонс сделать маленький. Мы будем открывать такую коробку, которую мне подарили. Там вроде поменьше паков, вот, но Ира, если ты смотришь, спасибо тебе огромное-огромное тебе привет. И такая вот она сияющая, красивая. Здесь у нас Казахстан. Кимоно. У меня вообще интересно кимоно. Уф. Да, вот это нас ждет, значит. Ну, это тебе точно понравится подарок на Новый год. Приходите, пожалуйста, в начале января будет стрим. Я напишу на стене, когда, потому что, ну, мы хотим там договориться. И к тому же все еще, наверное, будут праздновать. Хотя я бы, конечно, 1 января бы открыла, но кто знает. Будет, потому что до 2 числа где-нибудь будет стрим. Ну, дай бог, все будет хорошо. А, значит, что по анонсам хотел сказать. Пока я не могу рисовать. Вот, и то, что я буду рисовать, будет рисоваться долго. Поэтому, если вы обладаете долей терпения, как мои самые преданные подписчики, то вы дождетесь. А так... Кто отписался, тот. Кто-то отписался. Я хочу еще стримов с карточками, поэтому очень-очень сильно хочу. Если вы хотите устроить мне подарок на Новый год, то вы знаете. Подмиг. Вот так вот. Ну. А мы с вами заканчиваем на этой хорошей ноте. Еще раз.
Напомню, потому что у нас вечно меняются люди, которые нас смотрят. На книжку лотерея у нас в группе. Книжка классная. И сюжетом играть. Ага. Мне одиноко, что мало людей почему-то стали участвовать в лотереях. Хотя раньше был лучше травайзер идея. Ну, с другой стороны, смотри, там 9 человек у нас, по-моему, было. У них выше шанс получается. Клево. Вот реально как будто, знаешь, Новый год закончился, я сейчас сижу в мишуре и такая, ух. Ну, давай, не грусти там. Ух. Всех с наступающим и с наступающим Рождеством, кто празднует Рождество, с наступающим Новым годом, хороших вам праздников, выходных, но мы с вами еще увидимся и будем открывать коробку. Поэтому обязательно приходите, и впереди много классного, интересного. Всех с наступающим! Так что всех поздравляем, всем отличного настроения, а если даже оно не очень, то смотрите наши стримы, и будет весело. Будет очень! Всем спасибо! Спасибо, что пришли. Всем, всем пока-пока. Пока. До новых встреч. Сайонара. Я вижу ваши сердечки. Спасибо большое.